Положите соль в морозилку, и через 2 дня от ваших врагов останется пустое место. Вы избавите от ваших врагов, от ваших недоброжелателей раз и навсегда. Друзья, мощная практика защиты, о которой мало кто говорит. Далее все более подробно. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет очень много полезной и важной информации. Враги в нашей жизни могут появляться неожиданность, к сожалению, принося с собой зависть, обиды и негативные эмоции. Но что делать, если вы чувствуете на себе их негативное влияние? Далее, друзья, мы поделимся с вами одной простой и эффективной практикой с использованием соли, которая поможет вам защититься от недоброжелателей и вернуть гармонию в свою жизнь. Эта древняя практика не только нейтрализует негатив, но и создаст мощный щит вокруг вас. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы узнать, как с помощью соли можно обезвредить врагов и сохранить свое пространство чистым и спокойным. Магия соли – это одна из самых древних и мощных традиций, используемых для очищения и защиты от негатива. Ее часто применяли для избавления от зла, врагов, зависти и негативной энергии, которая могла быть направлена на человека. Одним из сильнейших медов, который до сих пор используется в народной магии, он заключается в том, что положить соль в морозилку, и через 2 дня вы увидите, как ваше окружение уже очищается от ваших врагов и недоброжелателей. Эта техника проста в исполнении, но эффективность ее подтверждена веками. Соль с древних времен воспринималась как священный продукт, обладающий сильными энергетическими свойствами. Ее используют не только в кулинарии, но и в магических ритуалах, очищении пространства и тела, а также для защиты от негатива. В магии соль считается символом чистоты, силы и защиты, которая может не только поглощать негативные вибрации, но и отталкивать их от вашего дома и жизни. Когда соль кладут в морозильник, она начинает взаимодействовать с холодной энергией, усиливая свои защитные свойства. Холод замораживает негативные воздействия, направленные на вас, и блокирует их дальнейшее развитие. Этот процесс можно сравнить с созданием энергетического барьера, через который враги и их намерения не могут пробиться. Ритуал с солью и вашим холодильником, а точнее с морозильником – это мощный метод энергетической защиты, который активно используется в народной магии для нейтрализации негативных влияний. Основная идея заключается в замораживании злых намерений и энергии, направленной на вас, и блокировке их дальнейшего воздействия. Соль здесь символизирует очищение, а холод – замораживание негативных действий и мыслей, исходящих от ваших врагов. Этот ритуал действует сразу на нескольких уровнях, создавая многоуровневую защиту и очищение, которое влияет как на ваше энергетическое поле, так и на окружающее пространство. Когда вы кладете соль в морозильник, происходит энергетическое запечатывание негативной энергии. Соль, обладающая способностью впитывать и нейтрализовывать вредоносные вибрации, начинает взаимодействовать с холодом. Холод символизирует остановку и замораживание любых негативных процессов, будь то зависть, злые намерения, проклятия или иные формы негативного воздействия. Этот процесс работает следующим образом. Соль как губка впитывает весь направленный на вас негатив, а морозильник замораживает его, не позволяя ему дальше распространяться. Негативные вибрации, будь то злые мысли или действия ваших недоброжелателей, останавливаются и больше не могут достигнуть своей цели. Вы знаете, это словно защитный экран, который не позволяет вредоносным энергиям пробраться к вам, независимо от того, насколько сильны намерения ваших врагов. Суть ритуала с солью также заключается в создании мощного защитного барьера. Когда вы помещаете соль в морозильник, она начинает замораживать намерения ваших врагов. Это означает, что любая попытка причинить вам вред, будь то на эмоциональном, энергетическом или даже физическом уровне, она просто блокируется. Враги могут пытаться атаковать вас с помощью негативных мыслей или действий, но их усилия окажутся бессильными.
Соль, как символ чистоты и защиты, выступает в роли щита, который отталкивает любые попытки навредить вам. Важно, что этот ритуал не только отражает негатив, но и нейтрализует его, делая врагов бессильными. В результате любые их действия против вас теряют свою силу, а сам человек, пытавшийся воздействовать на вас, может столкнуться с трудностями и препятствиями в своих собственных делах. Этот ритуал создает эффект замороженной атаки, когда все зло остается на уровне намерений и не может навредить вам. Еще одна важная функция этой практики солью – это очищение пространства. Часто негативная энергия накапливается в вашем доме или вокруг вас, создавая дискомфорт, напряжение и препятствия для нормальной жизни. Соль, будучи мощным очищающим агентом, впитывает эти негативные вибрации, а холод замораживает их, не давая распространяться дальше. Это помогает восстановить баланс в вашем доме и в личном пространстве. Ритуал соли не только защищает вас от внешних воздействий, но и помогает освободить пространство от уже накопленного негатива. Это особенно важно, если вы долгое время чувствовали напряжение, тревогу или постоянные препятствия в жизни. Соль, которая лежит в морозильнике, символически замораживает любые негативные воздействия, связанные с вашим домом или рабочей обстановкой, возвращая вам внутренний покой и гармонию. Для того, чтобы ритуал с солью сработал максимально эффективно, важно следовать его основным правилам. Во время выполнения практики сконцентрируйтесь на своих целях. Ваше намерение очистить пространство и защитить себя должно быть ясным и сильным. Для ритуала всегда используйте соль, которая не была ранее использована в кулинарии или в других ритуалах, практиках или обрядах. Это поможет усилить ее очищающие и защитные свойства. Через 2 дня после того, как вы положите соль в морозильник, ее необходимо выбросить подальше от дома, чтобы полностью избавиться от накопленного негатива. Помните, этот ритуал не несет себе вреда для других людей, он лишь защищает вас от негативного воздействия, которое кто-то может направить в вашу сторону. Магический ритуал с солью и морозильником – это простой, но мощный способ нейтрализовать негативные воздействия, исходящие от ваших врагов. Наши предки верили, что соль обладает уникальной способностью очищать и защищать от зла, а морозильник усиливает ее свойства, замораживая злые намерения. Поэтому этот ритуал помогает не только вам защититься от негативной энергии, но и очистить свое пространство от накопившегося негатива. Для выполнения этой практики не требуются какие-то сложные инструменты или специальные знания. Все, что вам понадобится, это соль, морозильник и немножечко вашего намерения. Важно подходить к ритуалу с ясным умом и спокойным сердцем, чтобы он сработал максимально эффективно. Итак, начните ритуал с подготовки соли. Лучше всего использовать крупную соль, так как она обладает более выраженными очистительными свойствами. Возьмите небольшую горсть соли. Количество должно быть символическим, достаточно 1-2 столовых ложек. Насыпьте соль в чистую емкость, желательно в стеклянную или керамическую, чтобы усилить энергетическую защиту. Важно, чтобы соль была новой и не использовалась ранее в других целях, особенно в приготовлении пищи. Свежая соль будет максимально эффективно впитывать негативную энергию. Перед тем, как поместить соль в морозильник, важно настроить ее на выполнение ритуала. Это можно сделать с помощью специальных магических слов, которые направят энергию на блокировку злых намерений. Итак, скажите следующие слова. Замораживаю зло, охлаждаю ненависть, запечатываю врагов. Пусть их силы станут пустотой, а намерения растворятся в холоде. Моя защита крепка, зло бессильно. Когда вы произносите эти слова, вы программируете соль на выполнение задачи – нейтрализовать любые негативные вибрации, исходящие от ваших врагов. При этом важно четко визуализировать, как все плохие намерения и мысли ваших врагов становятся слабее и теряют свою силу. Во время того, как вы произносите слова, сосредоточьтесь на тех людях или ситуациях, которые, как вы считаете, могут вам вредить. Но не допускайте сомнений в процессе, поскольку энергия вашего намерения играет важную роль в успехе ритуала. После того, как вы произнесли магические слова, поместите емкость с солью в морозильник. Лучше всего положить ее в дальний угол, чтобы никто случайно не трогал ее. Это позволит ритуалу пройти спокойно, без вмешательства посторонних.
Морозильник в данном случае символизирует замораживание злых намерений и действий. Холод замедляет и останавливает любые попытки причинить вам вред, делая их бессильными. Ваша соль в морозильнике будет служить как мощный щит, который заморозит зло на своем пути. Теперь наступает следующий этап. Соль должна оставаться в морозильнике в течение 2 дней. За это время она будет активно впитывать негативную энергию, направленную на вас, и замораживать ее. Морозильник работает как энергетический барьер, через который не могут пройти злые намерения ваших врагов. Пока соль находится в морозильнике, вы можете заниматься своими повседневными делами, зная, что ваше пространство защищено. Важно сохранять спокойствие и уверенность в том, что ритуал действует и нейтрализует любые негативные воздействия. Через 2 дня ритуал подходит к завершению. Достаньте емкость с солью из морозильника. На этом этапе важно не касаться соли руками. Используйте ложку или другие инструменты, чтобы вытащить ее из морозилки. Это позволит вам не забрать на себя ту негативную энергию, которую соль впитала. Если вам в той посуде, в которой она находилась, ее не жалко, то лучше выбросить и с этой посудой. После того, как после этого вам нужно избавиться от соли, лучше всего выбросить ее подальше от дома. В идеале в реку, в ручей или другое проточное место, так как вода будет символизировать очищение и унесет с собой весь накопленный негатив. Если вам водоем недоступен, соль можно выбросить в мусорку, но важно, чтобы это произошло вдали от вашего дома. После завершения ритуала с солью наступают изменения, которые касаются не только вас, но и тех, кто пытался вам навредить. Влияние этого ритуала заключается в том, что он не уничтожает врагов физически или морально, а он блокирует их негативную энергию, перенаправляя ее обратно к источнику. Ваши недоброжелатели, пославшие вам злобу, зависть, агрессию, могут начать испытывать последствия своих же действий. Давайте разберем, что именно происходит с врагами после проведения такой практики. Основное действие практики заключается в ослаблении негативной энергии, направленной на вас. Соль и холод замораживают любую вредоносную вибрацию, будь то зависть, злые намерения, агрессия или даже проклятие. Энергия, которую ваши враги направляли в вашу сторону, теряет силу или полностью блокируется. Это работает как своего рода энергетическая глушилка. Злые мысли и намерения не могут пробиться к вам через защиту, созданную ритуалом. После выполнения ритуала ваши враги перестанут испытывать прежний интерес к вам, особенно если их злые намерения были основаны на зависти или соперничестве. Они могут утратить мотивацию продолжать направлять свою негативную энергию в вашу сторону, поскольку больше не будут ощущать привычного воздействия. Негатив, который они пытались послать вам, словно отскакивает от энергетического щита, который вы создали с помощью ритуала. Помимо того, что негативная энергия ослабевает, ваши враги могут ощутить потерю своих собственных сил и влияния. Это происходит потому, что ритуал работает как зеркало, он возвращает ту энергию, которую человек направлял против вас. Если же кто-то посылал вам негативные эмоции или действия, эти энергии начинают бумерангом возвращаться к источнику. Ваши враги могут столкнуться с тем, что их собственные дела начинают идти плохо. Это может проявляться в самых разных сферах их жизни. На той же работе у них могут возникнуть проблемы с коллегами, с начальством или новыми проектами. Все, что ранее у них удавалось, может начать сбоить. Далее может происходить и в личной жизни. Негатив, который они излучали в вашу сторону, может вернуться к ним в виде проблем в отношениях с друзьями, партнерами или членами семьи. Далее у них могут происходить и финансовые трудности. Враги могут начать испытывать нехватку денег или сталкиваться с неожиданными расходами. Запомните, те, кто пытался вам навредить, могут оказаться в сложной ситуации, где их собственные злые намерения начинают работать против них. Очень часто люди, которые испытывают зависть или недоброжелательность, получают подпитку от того, что увидят ваши реакции на их негатив. Однако после проведения ритуала с солью вы становитесь менее уязвимы для их действий. Это создает ощущение невидимого щита, через который не проникает негатив. Враги могут заметить, что их усилия больше не приносят результатов. Вы не реагируете на их провокации, а ваше эмоциональное состояние остается стабильным, а жизнь продолжает идти своим чередом.
В таких случаях они могут просто утратить интерес к вам. Это похоже на ситуацию, когда человек бросает камень в воду, но не видит кругов на воде. Негативные люди часто черпают свою силу из реакции окружающих, но если эти реакции исчезают, им становится скучно и бессмысленно продолжать свои действия. Таким образом, враги могут либо найти новую цель для своих злых намерений, либо совсем прекратить свои попытки воздействовать на вас. Еще один возможный результат этой практики – это то, что ваши враги сами начинают сталкиваться с трудностями. Негативная энергия, направленная против вас, не исчезает в пустоту, она возвращается обратно к источнику. В результате люди, которые посылали вам зло, могут столкнуться с его последствиями в своей жизни. Это не означает, что вы целенаправленно причиняете им вред. Ритуал работает с энергиями, возвращая то, что было послано. Если человек направил на вас зависть, злобу или агрессию, эти энергии, вернувшись, начинают разрушать его собственную жизнь. Возможно, их преследуют мелкие неприятности, проблемы в отношениях, или они просто начинают терять удачу. В более серьезных случаях их жизненные обстоятельства могут ухудшаться до такой степени, что они больше не смогут заниматься вредоносной работой. Многие враги могут просто отказаться от своих злых намерений, когда осознают, что их действия не приносят результатов, а жизнь начинает преподносить им неожиданные неприятности. У них может появиться ощущение, что вся их негативная энергия бьет по ним самим. В таких случаях недоброжелатели начинают дистанцироваться и избегать вас, стремясь прекратить воздействие на вас. И, конечно же, давайте поговорим о том, почему именно 2 дня. Дело в том, что число 2 в магии связано с балансом и гармонией. Это число противоположности, которое помогает восстановить порядок и справедливость. В контексте ритуала 2 дня даются для того, чтобы энергия, направленная против вас, полностью нейтрализовалась и потеряла свою силу. Морозильник здесь символизирует замораживание времени и пространства, что позволяет замедлить негативные процессы и их влияние на вас. Мы надеемся, друзья, что эта информация для вас была полезна и важна. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной и нужной информации. Ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.